Здравствуйте. Добрый день. Скажите, это все надувные женщины, которые у вас есть? Это? Ну что вы? У нас огромный выбор. А хотите, я вам покажу каталог? Секундочку. Где же каталог? Простите, пожалуйста. Это, конечно, совершенно не мое дело, но почему такой солидный мужчина, как вы, хочет приобрести надувную даму? Вы, наверное, с женой что-нибудь эдакое придумываете, да? У меня нет жены. Развелись. Оставил ей квартиру в центре Москвы. Да я не обеднею. У меня их 5. Просто после этого как-то перестал верить живым женщинам. Все они смотрят на меня, как на мешок с деньгами. Уж лучше эти надувные. Они хотя бы не врут. Какая